В Брестской области проект «Я вижу» стартовал в марте 2018 года. За 3 месяца бригадами офтальмологов обследованы учащиеся 66 сельских школ в Малорицком, Каменецком и Кобринском районах. Диагностику зрения прошли 5835 учащихся. Практически у половины выявлены различные патологии. Почти 700 детей нуждаются в очковой коррекции зрения. К сожалению, мало врачей работает именно на районах, поэтому с этой целью был создан этот проект, чтобы мы переехали на места именно детей, где находятся дети, да, обследовали их, выявили, если нужна им помощь, оказали им эту помощь и да, направили на обследование. Только впервые мы выявили диагноз около 1500 детям, то есть достаточно это очень много. Много выявлено было детей с близорукостью, да, совершенно это бум такой, как, так скажем. Очень много детей, чего мы не ожидали. Это было в Кобринском районе, мы выявили около 6 детей с катарактой. Главная цель проекта – направить медицинскую помощь туда, где дети живут и учатся. Как показала практика, многие из обследованных даже и не подозревали, что у них проблемы со зрением. В 60 случаях, выявленных во время консультаций, детям понадобились дополнительные обследования. Им были выданы соответствующие рекомендации и направления. 16 детям понадобилось лечение, 10 – консервативное, 6 – хирургическое. Я бы хотела бы родителей акцентировать внимание на том, что если ребенок не жалуется и не щурится, это не говорит о том, что у ребенка нет проблем. В первую очередь, я считаю, что профосмотры по зрению должны быть обязательны и каждых полгода просто безоговорочно. Поэтому хочу акцентировать еще раз внимание родителей, чтобы они проверяли детей каждых полгода и проверяли им зрение. Свою работу в Брестской области мобильные бригады офтальмологов возобновят в сентябре. До конца года обследования пройдут порядка 13 тысяч школьников сельских учебных заведений Жабинковского, Пружанского, Березовского, Ганцевичского и Ляховичского районов. Ирина Альшова, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.